Ассаляму алейкум. ЮА Қырым телеканалында хабердер жанлы яйында. Студияда Имран Усинов чалша. Бір айдан зейде апысханеде сесимобюз Вадим Бектемировның айлесі насылалда. Когда его фотографии начинают целовать? Бізім күлер. Қырымда көчіп күлгенлер қырым татарлар үшін бизнес лейха. У крымчан є довіра один до одного. Күрешчі Мустафа Аджиев Украина ерешларында тунч медальена қазанды. Ишгал етілген Қырымда COVID-19-нен қасталғанларының сайысы 24 адамға қошылды. Ишгалжы сағлық сақлаф нәзірлігі хабер еткеніне көре, кечкен күн ішінде бір инсан өлді. Ишгал етілген Қырымда да 8 адам қасталанды. Пандемияның башындан ярмадыда 1784 инсан қасталанды, 21 кіші әлі қолды. Ишгал етілген Ақярда есе 467 адам қасталанды, 12-сі өлді. Украинада 1464 инсан бір күн ішінде қасталанды. Ең чок Ривны, Чернівці, Івано-Франківськ, Вельвив велетлерінде. Бұл ақта сағлық сақлаф нәзірі Максим Степанов хабереті. Момен Украинада 92820 инсан COVID-19-нен қасталанды. 2000-ден зеде Украинала әлі қолды. 19 адам кечкен 24 сат ішінде. Бұйын бірабірлікте қастаханелерде етқызғанларының сайысы 3 келеге артты. Якщо на середину травня, тобто це був тиждень з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 на країні складала 742 особи за тиждень. 742. То за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже 2000. Ви бачите, що майже в три рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються. Қырмын ежғалінден сон, олар доғымыш евіні терк етмеген мәжбүр олдылар. Сабық журналист Лерине Хайбулаева, VPR Хадима Леда Саражина яқында Киевде таныш олдылар. Лерине өз бизнесінен орышайды. Леда есе рекламанен орышмаға девам ете. Қадынлар бірабірлікте көчіп келгенлер үшін лейха ертмаға қарар алдылар. Тәсілетларыны Левхамызда серетіңіз. Ассаляму алейкум, добрий день. Проходимо. Територія Криму. Бачите, одразу вас зустрічає. І прапор кримський, щоб ви знали, куди ви прийшли. Рада бачити. Це фігура Криму. Вона була на фасаді стіни до кафе «Кримський двор». Кафе вже не існує, на жаль. Бұлі Наре Хайбулаева. Наші краймі лейхасының тесіш дешедір. Қадын ішғал етілген Қырымдан Киевге да 2016 сенесі көчіп келген. Енді ғоз ұфақ оғылынен ерпендекі чоқ қатлы евінде яшай. Тариф әткеніне көре туған евінде Русия ақиқатларға даянмағыны себебінден көчмеге қарар берді. Что вам, татарам, тут так плохо, что ли, при России? Я им начинала на дуже примитивных прикладах говорить, ну, а як плохо? Ну, кажу, давай я тебе зайду до квартири, половину її відіжму, там, прости господи, вб'ю твою дружину, як ти будеш тебе наставитися? Ну, як до злочинці, правильно? Киевде Ленаре Тулу Чубурек адлы Кырым татарышханесы ачхан. Дейки о заман ятырымчылар, ярдым эткенлер. Ама каве кане тек ел ічінде чалышы болды. Потім інвестори сказали, Лерочка, якщо хочете бути далі працювати в цьому кафе, то давайте будьте як, тоже, як справжній інвестор. Тобто вкладайте свої гроші, а в мене не було грошей. Тобто я була в якості проєктного менеджера, якщо так сказати. Да? Карантин вақтында Ленаре Евдея пара қазана. Сымырышқа Қырым татар емеклеріні пошыре. Ән популяр янтықлардыр. Дейке адет узре бірінчіден ашқа ахай қатылмалы. Ну, получается на кшталт того, що він готується в печі. Тому що є ще одна страва, яка називається фурун янтик, коли дійсно на дровах в закритій печі готували ці янтики. Не випікали отак, а іменно в печі.
Қырымда келген леда саражынанен демы таныштық. Ивелден леда реклама сасында ве Украин Китап институтында чылышайды. Таныш олғанымыздан сон лаф етіп бизнес платформасыны яратмаға қарар бердік. Наши краймия топлулықның мақсады көчіп кенгенлеріні таныштырып, оларыны бірлештірмектір. Идея наших полягає в тому, що ми сильні разом. Вона ґрунтується на тому, що у кримчан, да простят мене, як то кажуть, переміщені особи з інших регіонів, у кримчан є довіра один до одного і схожість поглядів. Коли ти йдеш з ідеєю до наших, то ти знаєш, що в тебе ніхто нічого не забере, а тільки докладе і допоможе. Так що, це точно, тому так що... створилися наші. Якщо ви плануєте або мали в Криму свій бізнес, або маєте зараз якийсь свій бізнес в Україні, знаходьте наших, заповнюйте анкету, долучайтеся до нас і разом ми зможемо набагато більше, ніж на самоті. Барайдан зеде жалчылар Вадим Бектимировна пасханеде туталар. Кырмылының кырым татарларының эвлеринде кутлевиден түвлер вақтында 7 июльде яқыладылар. Вадимның террор тешкілетінға бір де бір алақасы олғанында қабатлайлар. Оның айлесі насыл вазете яшағанына левқамызда серетіңіз. Дети каждый день спрашивают, когда придет Вадим. Они приехали бабака. Когда видят его фотографии, начинают целовать. Целовать, говорит, любимый бабака, когда ты приедешь? Это очень тяжело. Очень тяжело на это смотреть. Не плачь. Були мара, қанунсыз жат ұтылған Вадим Бектимировның омыр арқадашы. Ирғалде қуетшілер оның ақайыны тұтып алғанда, қадының юклі олғанының сонке айы еді. Тариф әтеке айледен ақайы етмей, о әркес үшін таянш бедестеге еді. Его не хватает очень сильно детям, его родителям, особенно его матери, которая осталась без сына, которая похоронила своего мужа недавно. Телефонлар висекалар куетчилернен мусадыре этергенлер. Бутун айле азаларны бурода да топланганлар. Это было неожиданно. К этому невозможно быть заранее подготовленным. Они зашли со своими понятыми. Меня разбудила супруга, и они мне дали возможность собраться, одеться. А на тот момент они зачитали супругу постановление об участности запрещенные в России организации. Лемаранант китапны костермеге риджасыны куветчилер ред эткенлер. Детей сказали, можете не будить, пусть они спят. Мы будем очень спокойно, тихо проводить обыск, чтобы они не испугались. Все комнаты были осмотрены. Двор, гараж, сарай, курятник. В детской комнате, где были детские книги, детская литература, они подложили свою книжечку. Лемаранон китапны костермеге риджасыны куветчилер ред эткенлер. Когда я попросила, можно я хоть прочитаю, как называется эта книга, как озаглавление, они быстренько спрятали ее и не дали даже ознакомиться с ней. Когда его забрали, разрешили детям попрощаться, нам всем попрощаться. Кадын қатырлайки, сербест вақытта Вадим балаларының тербие тілмесінен украшайды. Оларға дино гретейді. Возил их на детские площадки, детский парк. Очень часто ходил с ними в мечеть. Тевкифтен ивель Вадим Тиджаретнен Орашайда. Шахсиев вне пара топлайда. Она бабадан айры яшамаға истейда. На приобретение своего жилья, потому что у нас его не было, мы жили у моих родителей. Планы были большие, но в одночасье планы разрушились. Лемаранын умут еткеніне көре, тез уақытта өзі өмір арқадашынен қавушыр, ве оларының бұтын ниетлері еріне келер. Дай Аллах, чтобы это случилось в скорейшем времени. Мы увидели их, чтобы они пришли вот в эти двери. Да, все.
Доғыр келмеген маска үшін мемури месулиет. Расавнадынаки арби махкемеде бекчі Эльвина Кантемироваға қаршы протокол тазды. Эльвина Кантемирова қанунсыз тазылген Хизбут Тахрир іші бойынша кечкен сесіме бүз Эльдар Кантемировның омур арқадашы. Адлиеджінің сөзлеріне көре қадын коридорда тұрған вақытта бекчінің тен белемесіні бір керені аңламаған. Бұңа бақмадан бекчі протокол тазмеге башлады. Во время объявления вот этого уведомления в коридоре было очень много людей. И конкретно ей данное требование не было адресовано. Говорить о том, что она умышленно не выполнила законные требования пристава, здесь не приходится. Пристав не разъяснил ей сначала, так скажем, порядок ведения себя, порядок нахождения в здании суда, хотя маска у нее была. В пояснениях она об этом указала. Я сам был неоднократно свидетелем того, что сотрудники отдела судебных приставов, в том числе и руководитель отдела судебных приставов, который обеспечивает порядок в здании суда, сами неоднократно нарушают порядок ведения и нахождения в здании суда. Ижалджи ФСБ екенде Ахмезжит Хизбутахрир тақымының сақты ишіні тақиқ етмеге бетірді. Қарымда бұ ең балабан жинайы иш. Фигурантлардың сайысы 25 адам. Кележек афта сиеси мебуслерінің әділейджілері дәванын малюматларыны оғырне білерлері. Ама бүгін біле әділейджілер бұ жинайы дава сақты олғанына ведлигер қырымтатарларға қаршы даваларға ошағанына деп білдірелер. Мартын 27-сінде 2019 сенесі Ижалджи ФСБ қырымтатарларының евлерінде ең құтлеви тінтувлер кечірді. Яқланғанларыны чоқысы қырымтатарлар олар Қырым бірдемілігі тешкілятының фаалері ве джеман журналистлері. Обвинение является очень абстрактным и очень расплывчатым, является сплошным копипастом с обвинения предыдущих групп, которые уже осуждены, либо дела которых уже находятся в стадии судебного следствия. Следствие уже разделило эту большую группу на 5 маленьких подгрупп, что мы также считаем будет противоречить объективности рассмотрения дела. Это будет нарушать права наших подзащитных. Мы будем это обжаловать. Украин ярышларының тунч медальясы Черкасыде педубный адына грек-роман күрешінден турнир кечті. Қырымлы Мустафа Аджиев бұ ярышларда тунч медальяны қазанды. Турнирде Қырымдан 3 күрешчі іштірақ етті. Ярышларға бұндан огіне юниорлар арасында Украина чемпионында бірінші ерлеріні қазанған ең күншілі спортшылар еберілді. Бүгін есемен сақлықлашам, Facebook сайфемізге қошылыңыз, ве бізіле олыңыз. Көрушкенже.